В региональном парламенте начинается формирование 9-го состава общественной молодежной палаты. В него войдут 15 молодых законодателей, которые будут исполнять полномочия на протяжении 2 лет. Дополнительно из числа внесенных кандидатур будет сформирован резерв палаты из 10 кандидатов. Среди задач, которые стоят перед молодежной палатой, внесение предложений в органы госвласти округа и органы местного самоуправления по проблемам молодежной политики, содействие защите прав и законных интересов молодежи. Наши ребята не только участвовали в региональной молодежной жизни, но также и на федеральном уровне. Члены общественной молодежной палаты посетили такие мероприятия, как Всемирный фестиваль молодежи студентов в Сочи, форум молодых законотворцев Ленинградской области в плане межрегионального взаимодействия, форум молодежной команды страны, первый молодежный форум при Государственной Думе. В общем, опыт ребята набрали большой. Традиционно молодежная палата проводит различные парламентские слушания, конференции, круглые столы. Является координатором проведения на территории округа теста по истории Отечества и истории Великой Отечественной войны, а также новогодней елки для детей-инвалидов. С июня прошлого года ведется работа по созданию группы арктических парламентов при молодежном парламенте Госдумы. Теперь работу в этом направлении предстоит продолжить уже новому составу общественной молодежной палаты при собрании депутатов. Он будет сформирован из представителей муниципальных образований округа, общественных объединений, профсоюзных организаций. Войти в состав палаты могут жители округа в возрасте от 18 до 35 лет. Для того, чтобы стать членом молодежной палаты, им нужно подать документы до 15 ноября сего года по адресу администрации улицы Медовича 20А и написать проект не более 3 листов, в котором бы они описали свои законодательные инициативы, направленные на улучшение молодежной политики в округе или изменение законодательства, которое так или иначе затрагивает молодежь, и прописать в этом проекте свои предложения, возможно, также свои пожелания относительно изменения самого округа, его развития экономического, политического. По словам Александра Ковязина, работа в общественной молодежной палате, безусловно, требует серьезной самоотдачи, а бесценный опыт помогает реализовать себя и отстаивать интересы жителей региона. От себя я хочу сказать, что молодежная палата общественная для молодого человека – это реальный шанс получить бесценный опыт. Бесценный опыт в плане законотворческой работы, в плане общественной работы. Потому что, когда этого не касаешься, то не понимаешь, насколько это важно, насколько необходимо перелопатить большой объем информации для того, чтобы сделать это качественно. Потому что законотворческая деятельность, она включает интересы не конкретно одного человека, а всего округа. И это бесценный опыт, когда молодые люди начинают задумываться не только о себе, но и об округе в целом. Прием документов от кандидатов, желающих войти в состав общественной молодежной палаты при собрании депутатов НАО, продлится до 15 ноября 2018 года. Со списком необходимых документов можно ознакомиться на официальном сайте регионального парламента. Ирина Нежалова, Дмитрий Лукевич, телеканал «Север».